What's up, everyone? Сегодня я хочу сделать челлендж и передать его трем YouTube каналам. Мне Вова, Вован, если ты слышишь, ты видишь этот видос, пожалуйста, принимай этот челлендж. СССР Гараж, Лёша, этот челлендж передаю тебе. Тачковоз, Паша, пожалуйста, подключайся, если тебе понравится этот челлендж. Сегодня я буду закапывать на один год эту бутылку виски. То же самое хочу увидеть от вас. Пожалуйста, если вам понравился этот челлендж, закапывайте бутылку виски где-нибудь. Либо бетонируйте, либо ложите в сейф. В общем, прячем бутылку виски на один год. И через год мы сделаем второй челлендж по поводу того, что мы будем выкапывать эти виски и пробовать. Смотрите, как он выглядит. В принципе, я решил, что вот эта бутылка виски, она просто создана для того, чтобы ее закопать на год в земле. И через год, я думаю, что эта бутылочка станет еще вкуснее. Ну что? Посмотрите, какой я сильный. Я сломал, согнул лопату. Вот так нужно копать. Ну что я хочу сказать. Открыть виски и выпить их, это прям очень легко. А создать этой бутылке какую-то историю, то есть закопать ее на целый год в землю и потом ее открыть, выпить, тогда у бутылки с виски сложится какая-то история, и я думаю, что этот вискарь просто будет через год еще в два раза вкуснее, только потому, что он пролежал здесь. Мы вас вылечим. Алкоголики — это наш профиль. Могу я увидеть прокурора? Можете. Где у нас прокурор? В шестой палате, где раньше Наполеон был. Ну что, вот и пришла пора. Прям ложу в пакет. Нежненько так завернем. Засунем, запихнем. Закроем. Все запаковано четко. Ну что, друзья, бутылочка виски находится прямо здесь. Сейчас я записываю адрес, записываю координаты, потому что мы просто глубоко в горах. И через год
мы ее выкопаем. Она находится здесь. Я надеюсь, вы подпишетесь на этот челлендж. Будет весело через год, когда мы будем выкапывать эти бутылки. И уже на этих бутылках будет создана история. А это очень важно.